Христианские лидеры на Святой Земле призывают своих избирателей принять участие в предстоящих национальных выборах в Израиле. Некоторые израильтяне настолько живо ответили на этот призыв, что решили сами стать кандидатами в Кнессет. Ассамблея католических ординариев на Святой Земле выступила заявление, в котором призвала местных христиан помочь улучшить ситуацию в стране и оказать положительное влияние на ближневосточный конфликт, используя свое право голоса на выборах в Израиле. Выражая глубокую обеспокоенность справедливостью, миром и равенством в Израиле, католическое руководство призвало избирателей пойти на ближайшие выборы и проголосовать.